Ребятишки, всем привет! Сегодня я вот решил выпустить такой коротенький видеоролик. Короче, ну, понимаю, что уже скоро зима, осень, надо заготавливать дрова. Тоже думаю заготавливать дрова. Ну, как бы не официально с билетом, а в том году я занимался валежником. Возил на мотоблоке дрова. Валежные вот эти бревёшки. Ну, как бы я ничего нигде не интересовался, не спрашивал, чё почём. И вот нынче, вот сегодня именно позвонил я в лесхоз родного города, узнал, чё почём, говорю, как вот, допустим, я везу валежник, и меня остановят либо лесники, либо гаишники, и как мне доказать, что это валежник? Ну, говорит, вы можете не переживать, как бы, сказали, что с этого года, короче, разрешено вывозить валежник беспрепятственно, они просто могут посмотреть, если, допустим, у вас там нет живых деревьев, ну, которые вот нынешние, допустим, поваленные, то все нормально. Вот, а нынешними деревьями считается, вот, допустим, в этом году свалилось дерево, и у него, допустим, хвоя, не, ну, зеленые еще, допустим, на хвойных деревьях, или вот, допустим, береза с зелеными листьями, желтыми, вот, на следующий год, как она, вся вот эта вот фигня отвалилась, тогда все, оно уже считается негодным деревом. И это, говорит, вы можете без ведома лесхоза собирать валежник туда-сюда, короче. Ну, я говорю, это, а по каким дорогам можно двигаться в лесу? Ну, говорит, везде можете, только свежие не топчите. Как бы дороги вот по любым лесным дорогам ездить беспрепятственно. А сухостоины нельзя сваливать, которые сухие стоят деревья. Вот это нельзя, которые как бы это на корню вот эти вот. Ну, так, говорит, все можете собирать беспрепятственно.